готов на 50%. По информации дорожников, строительство Зимний-Канарин-Марусинск завершится 24 декабря. На строящейся трассе побывала наша съемочная группа. Из столицы округа в Перми и Киров по спецтарифам Нринмар включили в программу межрегиональных субсидированных перелетов. Приговор пьяному лихачу. В Нринмаре вынесли решение по делу о сбитом пешеходе на Арбате. Вы смотрите новости на телеканале «Север», в студии Ирина Цепетова. Зимний-Нринмар-Усинск готов на 50%. Ход строительства временной автодороги сегодня проинспектировала специальная комиссия, в состав которой вошли представители Нринмар-Доремстроя, централизованного стройзаказчика, департамента строительства и прокуратуры. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа, проехав от окружной столицы до второго дорожно-ремонтного пункта 125 километров. Отсюда свое начало берет Зимний-Нринмар-Усинск. Пока здесь ничего нет, но совсем скоро появится шлагбаум и дорожно-ремонтный пункт. Кстати, в этом году он будет отличаться от того, что работал в предыдущем сезоне. Здесь не будет столовой и не будет бани. Зато круглосуточное дежурство будут нести дорожные работники. Кроме того, здесь установят камеру видеофиксации, которая будет отслеживать, сколько автомобилей продвигается по Зимнику за сутки. Строительство Зимний-Нринмар-Усинск началось 2 недели назад. За это время удалось выполнить 50% запланированных работ. Это проминание снежного полотна, проливка дороги и вишкование. Температура сказывается, то, что у нас в основном ближе к нулю, и сейчас к концу недели ближе к нулю, сказывается на сооружение снежно-ледовых дамб, переходы. Чем холоднее, тем быстрее намоем. А количество снега? Снега предостаточно. Зимнюю автодорогу строят две компании. 55 километров со стороны Нринмара – «Стройуниверсал», оставшиеся 15 километров – «Усинское ДРСО». Кстати, в текущем году зимник будет короче – всего 71 километр. В прошлом сезоне его протяженность составляла 86 километров. За смену, а это 11 часов, водовозки совершают до 40 выездов на зимник. Водой машины заправляются на втором ДРП. Это 20-й километр временной автодороги. Одна машина в сторону Нринмара катается, а остальные – это в сторону Усинска. Вот эти 8-кубовики, есть 10-кубовик и 7-кубовики. Вот они все разные. Вот при прищеповске они 8-кубовики. Ну вот так. Всего на строительстве зимника задействовано 4 водовозки, 6 бульдозеров, погрузчиком «Кадуры», снегоходная техника и триколы. Ну, по ширине пока мы видим, что ширина недостаточна. Ну, это и ясно почему. Потому что люди вначале пробиваются, отвишковывают, ну, а потом делают проезд для своего технологического транспорта, чтобы в дальнейшем его расширить и уже привести в вид эксплуатации. Для устройства зимника ширины, я считаю, достаточно, потому что не идет такого интенсивного движения, а только технологический транспорт движется. И на данном этапе, как мы видим, работают бульдозера, которые в первоначальном этапе очень, ну, как для строительства необходимы. В этом году на зимнике будут работать 3 дорожно-ремонтных пункта, 2 из которых с местами для обогрева и питания передвигающихся по временной автодороге. Еще один ДРП технически появится на 58-м километре отсыпки. Это значит то, что будет содержание дороги более качественно. Там именно тот участок, где большая снегозаносимость. Постоянно будет дежурить техника, как бульдозер, так и шнекоротор. Планируем, по крайней мере. Это для также быстрого реагирования на занесенные участки, чтобы быстро ликвидировать занесенные участки. Строители обещают завершить обустройство зимника 24 декабря. Затем оценка выполненных работ. Специальная комиссия проверит прочность дорожного полотна, снеголедовые дамбы через протоки Шапкина, Лая и Лаявош, а также обстановку дороги, в частности, наличие дорожных знаков, после чего движение по дороге Нринмар-Усинск будет открыто. Мария Владимирова, Сергей Качегов, телеканал «Север». Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский подписал распоряжение о назначении Юрия Мурадова на должность первого заместителя губернатора, руководителя аппарата администрации Ненецкого округа. К исполнению обязанностей Юрий Мурадов приступает с сегодняшнего дня. Ранее занимавший эту должность Михаил Васильев, согласно распоряжению главы региона, остается первым заместителем губернатора и курирует социальную сферу.
Юрий Мурадов в должности первого заместителя губернатора, руководителя аппарата администрации НАО, будет курировать вопросы по обеспечению деятельности губернатора и окружной администрации, материально-техническому обеспечению органов исполнительной власти, вопросы информатизации и связи на территории региона. В зону ответственности первого вице-губернатора, руководителя аппарата, входят вопросы реализации кадровой политики, обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, обеспечения внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. Кроме того, к полномочиям аппарата администрации отнесен контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. Авиарейсы из столицы региона в Пермь и Киров будут субсидироваться по программе межрегиональных субсидированных перелетов. Соответствующее решение принято в Росавиации. Таким образом, в 2018 году жители округа смогут использовать аэропорт Перми для пересадок с целью последующего отправления в Казань, Надым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Самару, Сургут, Сыктывкар или Ханты-Мансийск. Основными перевозчиками, которые будут работать на субсидируемых рейсах, станут авиакомпании «Руслайн» и «ЮВТ-Аэро». Перелеты из Перми в Сыктывкар будет обслуживать «Коми-Авиатранс», а рейсы в Киров, ГУП Оренбургской области, аэропорт Оренбург. Летать из Нарьян-Мара в Киров жители округа смогут лишь раз в неделю с Нового года по конец мая и с начала учебного года до 31 декабря, а в летний период – два раза в неделю. В столице региона накануне произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Юбилейной в районе Нарьян-Марского АТП столкнулись «Лада Веста» и «ВАЗ-2110». ДТП произошло во вторник поздно вечером около 9:30. В результате столкновения «Лада Веста» перевернулась. На место ДТП прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь. В ДТП никто не погиб и не пострадал. 2 года колонии-поселения. Такой приговор вынес Нарьян-Марский городской суд пьяному лихачу. Напомню, 4 марта этого года Александр Литков на снегоходе сбил пешехода. Инцидент произошел в самом центре окружной столицы, на улице Смедовича. Пожилая женщина чудом осталась жива, но получила тяжелейшие травмы. При этом Литков был пьян и пытался скрыться с места происшествия. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. Страшная авария случилась в самом центре Нарьян-Мара. По словам очевидцев, снегоход на огромной скорости несся по пешеходной улице со стороны универмага. Я увидела, отсюда летит буран. Он где-то вот здесь где-то остановился, и очень много снега было. Елена Филиппова в тот вечер гуляла с коляской по Нарьян-Марскому Арбату. Все произошло в считанные минуты. Снегоход буквально промчался по улице Смедовича и сбил пожилую женщину. На помощь пострадавшей сразу бросились прохожие. Она очень кряхтела, и, видать, ей очень тяжело было. Лежала она на спине. Водитель очень пьяный был, сильно пьяный был. Водитель, вылетев со снегохода, попытался сбежать, но его тут же задержали очевидцы. Мужчина еле стоял на ногах и даже не понимал, что натворил. Чуть позже стражи порядка изъяли у него бутылку водки. При этом документов на транспортное средство у водителя при себе не оказалось. Пытался подойти к девушке, вот этой, которая лежала, как-то ее там трогать, и его оттаскивали. Удержали на всякий случай, чтобы он не покинул место происшествия. Попросила подружку вызвать скорую реанимацию. К моменту прибытия скорой помощи пострадавшая уже потеряла много крови. Женщину с тяжелейшими повреждениями, в том числе с черепно-мозговой травмой, увезли в реанимацию. Несмотря на не самый благоприятный прогноз медиков, пострадавшая выжила. Александру Литкову были предъявлены обвинения по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Смягчающими наказание обстоятельствами суд посчитал полное признание Литковым своей вины. На основании части 10 статьи 316 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации должны быть внесены на счет федерального бюджета. На основании изложенного руководства статьей 316 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать Литкова Александра Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселений. С лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, суд обязал Литкова выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба. С решением суда осужденный полностью согласился. Кстати, после произошедшего инцидента на въездах в пешеходную зону на так называемом Арбате все же поставили ограждение. Иван Кутейников, Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Александр Дуркин, телеканал «Север». Чуть больше 2 недель остается до главного праздника уходящего года. В преддверии Нового года наши корреспонденты расскажут много интересных фактов о самом волшебном празднике в году и посоветуют, как встретить 2018 во всеоружии.
Как приготовить поморский тонкий пирожок или кровяные лепешки? Студенты Ненецкого профессионального училища продолжают изучать особенности приготовления ненецких коми и русских блюд в рамках большого проекта «Северная кухня». К традициям национальных кухонь прикоснулась и наша съемочная группа. Познакомиться с ненецкой коми и русской кухней пришли будущие повара-кондитеры, студенты первого и второго курсов, а также их преподаватели. Если первый день проекта прошел в ненецком чуме, в этот раз будущие повара собрались в ресторане Дворца культуры «Арктика», в их числе и студентка второго курса Юлия Чусова. Мы сейчас изучаем кухни народов нашего округа. И испробовали сделать кровяные лепешки. Мне это очень понравилось. После просмотра презентации и выступления артистов ребята смогли продегустировать национальную выпечку. В этот раз ее заранее приготовили сотрудники этноцентра, а затем рассказали технологию приготовления каждого блюда. Мы пекли, так была такая выпечка, которая называется рачаяс. Ну, это рачаяс называется от того, что они в определенных формочках пекутся, и эти формочки называются рачаяс. Поэтому та выпечка вот называется именно так. Проект «Северная кухня» стартовал на прошлой неделе на базе Ненецкого профессионального училища. До конца учебного года будущих поваров-кондитеров ждут обучающие мастер-классы. Их цель – показать ребятам кулинарное разнообразие богатого национальностями Ненецкого края. Вообще проект предполагает работу в течение всего года. Мы будем проводить и мастер-классы с другими видами продуктов и блюд. Ну и кроме того, хотим это все выразить потом либо в книжной, либо в буклетной продукции. То есть что-то выпустить так, чтобы это осталось. И основная задача – попытаться объединить интересы и различные пищевые, так скажем, пристрастия и культуру пищевую людей, которые проживают в различных уголках нашего округа. Каннинской, Тюманской тундре, Большеземельской, Малоземельской. У всех есть свои особенности в приготовлении тех или иных блюд. Вот необходимо, конечно же, вот это нам и поддерживать, и развивать, и смотреть. По итогам проекта «Северная кухня» организаторы планируют в следующем году выпустить книгу, посвященную кухням разных национальностей нашего округа. Валентина Чибичик, Александра Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север». 18 дней остается до самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года. В преддверии волшебного дня наша телекомпания запускает проект «Новогодние странички». Теперь в выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника, а также получить модные советы от ведущих российских стилистов и профессиональных визажистов по созданию новогоднего образа. Не пропустите, прямо сейчас вы узнаете, откуда к нам пришел Дед Мороз и почему советские лидеры хотели погубить снежного пенсионера. Скоро Новый год, а это значит, нас снова ждет встреча с главным героем праздника – Дедом Морозом. Снежный дедушка, который приходит в наши дома, намного старше, чем мы думаем. Ему уже исполнилось более 2000 лет. И если в других странах он изначально был добрым, то русского Дедушку Мороза назвать положительным героем не смог бы даже самый оптимистичный человек. Ведь божественные обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. Наш Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли Трескун, Морозко, Студенец. Его представляли седовласым стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, такого серебристого цвета. Она была свободная до пят. Без пояса тогда он еще был. И обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок «Морозко» или «Мороз Красный Нос». Его представляли, конечно же, он олицетворял природу. То есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель, проверял, как скованы льдом реки. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву. И если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа крестьяне пытались задобрить. Ведь снежная морозная зима в их представлении связывалась с будущим хорошим урожаем.
Об этом судили по наличию рождественских или крещенских морозов. Поэтому в святки и чистый четверг было принято совершать обряд кликания мороза. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для мороза оставлялась на окне или на крыльце. Тогда же мороза просили не приходить летом и не портить урожай. Но годы сделали дедушку сердобольнее. Более чем за 2000 лет невысокий злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом христианства подрос и подобрел. И если раньше он дарил подарки только послушным и умным детям, а озорников колотил палкой, то впоследствии палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине 19 века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. При Александре II упоминается старый Рупрехт, святой Николай или дедушка Николай. А в 1886 году впервые отмечается праздник Морозка. Но после революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически. Ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов. После нескольких лет запрета в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка с его обязательным персонажем Дедом Морозом. В конце 1935 года, после некоторых сомнений, дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели первые Деды Морозы в Нарьян-Маре, можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Ненецком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Деда Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала. С тех пор дедушка стал самым желанным гостем на празднике. И на Новый год он приходит не один, а с неизменной спутницей Снегурочкой. Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в Московском Доме Союзов. Теперь у Мороза не только свой фирменный костюм красного цвета, но и личное транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные, например, любимец хозяина – белый северный олень. Кстати, дедушка за время своего существования не раз менял не только цвет наряда, но и место прописки. Изначально советского Деда Мороза молва поселила в Архангельске. И именно туда ежегодно летели тысячи писем от детей со всей страны. И лишь совсем недавно зимний волшебник переехал в Великий Устюг Вологодской области. Теперь у дедушки есть не только своя благоустроенная резиденция, но и именной праздник – день рождения, который ежегодно отмечается 18 ноября, в день, когда зима вступает в свои права и ударяет морозы. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.